Всем привет! Вы смотрите Sapien Channel. Вы на верном пути. Относительно недавно у меня случилась проблема, с которой наверняка сталкивались многие из вас. Это царапины на экране смартфона. Старый лайфхак хочу поведать тебе. Он так прост, что каждый юнец справится с ним. Собственно, кладем пациента на операционный стол, берем нехитрый инструмент и медицинский препарат. Как вы видели, это обычная зубная паста, причем не самая дорогая, это не важно. Собственно, приступим к операции. Нам нужно немного намазюкать пасты на дисплей. Вот, сделали. И нехитрыми движениями начинаем размазывать по дисплею пасту. Совет на будущее. Когда будете так мазать, старайтесь, чтобы паста не попала на динамик, ибо он будет в дальнейшем плохо работать, либо можете его просто заклеить скотчем. Ну, собственно, вот мы намазали телефон пастой и берем ушную, обычную ушную палочку и начинаем делать вот такие вот движения. Это делается для того, чтобы получше втереть пасту в те самые царапины. Пасту мы довольно долго втирали. Теперь берем обычную салфетку, складываем ее в несколько слоев, и нам нужно убрать ее. Ну, я дотер, хоть и не досконально, но уже сразу видно, что стало меньше, намного меньше царапин. Как всегда, ничего сложного. Интересующие тебя вопросы задавай в комментариях под видео. Ставь палец вверх и, конечно же, подписывайся на канал. А что ты тут делаешь? О, Богдан, урок записываю. Без меня? Да. В общем, подписывайся.